Ты это снимаешь? Такой... Не. Дрова ему. А не, арбуз тоже надо порезать. Да он стит чего? Делаешь вот так, хоп, и арбузик, оп. Дрова его. Пять. Не просто. На четыре части. А тебе уже порез. Все, каждый. И каждый колет зубочистом. Готов? Отбой, ложная тревога. 260 раз сильнее, чем у человека. 260? Да. Раз, два, три, четыре. Так, ребята, сделали важные позы. Поворачиваться сразу задом или пока передом? Смотря кто толкать будет. Савела, ты нам мешай. Смотри, как вы все красиво стоите. Ты ее, слышишь, ты ее по картинке не поняла, так ты ее тут не поняла. Не могу я пока ничего говорить. Она да? Своего такие шматки даст. Такие шматки. Еще раз. За это надо выйти. За что? Я просто... А вы кто? А вы кто? Это самогон. Третий с губернатором. Дай тебе флаг. Хорошо. Давай. Надо было бы И очень хорошо, что вы смотрите. А что за гармонист они пригласили? Это его это напугали, блин, в прошлой серии. Это было против всего вчера, а дальше все у меня вверх. Товарищи, честно, благодаря вот таким людям, которые не безразличны, да, увидимся вы или нет, мы все-таки встретились. Вы молодцы, что встречаетесь, да, это здорово. Сказал прикидню, сказал, я бы не сняла, если бы не позвонила. Звонила усатой. Слушайте, Ольга звонила, она хотела, но у них сейчас трудности, они не смогли приехать. Усатая. Она же была твоя подруга. По крайней мере, меня на нее взяли. Кто ее первый начал рубить? Это они привели в центр. У меня кольцо не снималось. Я не понимаю. Я с кем-то так столкнулась, а мимо меня прошли. А потом с Санькой говорю, она говорит, может, не узнала. Я говорю, меня не узнала. Пипец, ты не видел сверху, а внизу там Кер его знает. Под конем. И я про коня. Он же был в брюках. Стегней. Алла, свой микрофон. Стегней, Алла, Стегней. Зубрач, у нее две дочки. Лада, Виолетта. Виолетта. Вот Виолетта. Да. Я не знала, что нам надо. Горка! Поверни камеру! Губернатор, вставай! Выглядит без мерда! Даня, там мне тоже чуть-чуть, но я потом не объясню. Там собака зарыта, так и надо. Так и надо. А ты в Винники размещай? Ваня, Люба, там кого там живет? Я скричу. Я все каждый по шею, ну, хватит, надо кондитер. Студенты, что-то заводят.
У меня Илья был чуть-чуть страшно, страшно. Он здоровый, 120 килограмм. Ребята, это видео. Говори, речь! Ты хочешь фотку? И, блин, хоть была какая-то действительно, то есть не было такого момента, что украинцы это, блин, какие-то... Папарацци! Давайте выпьем! Я рад, что да, все живы, здоровы, не все, конечно, но тем не менее. За себя, Бога, ну давай, да я дотянусь на тебе. Ты уж только на лимон? Да я не прошу, за меня на неделю. Бог, за тебя. Спасибо, Саня. А где ежик? А что, Саня, будем в тумане. А ежик, глянь, уже Сашка кончая, глянь. Так, ребята, я тебе стекло. Сама, блядь, вытащу. Обещаю. Я... И всем. Вот. Сфотографировалась? Что за вас любите? Все понял. Мы вас любим крепко. Переводим. Мы ценим. Дальше. Где я стою? Ну, напротив, говорю, не стою. А мне позвонила, я ему говорю, набережная 20. Ты нормальный вообще? Куда тебе в Турцию? Ты до самолета не дойдешь, люди, блин. Грамм. А ты выдержишь? Я прям, пипец. Ёжик, тебя-то нету в объективе. Так подождите, мы фотографируем или кино снимаем? Да, еще не будет. Мы же не умерли. Давай. Рыбачий. Нет, приехал с Арабанской. С Арабанской стрелкой. На встречу с Оксаной Скрита. Да, ты понимаешь, Сарабанская стрелка приехала. А Оксана не приехала. Оксана Сахарита. Сарабанская стрелка мне очень понравился. Сам санскрипт. Скажи, отлично. Вот это вот, откуда они там приехали, я даже понять не имею. Ну, то пиво. Вот. Я не знаю, что это пиво. Ну, Вальдемар, он такой. Давай ты, клоуны, собирайтесь, пошли домой. Слышь ты, блядь. Карабас-капузик, ты когда нахуй улетишь, нахуй, понял? Не, ну давай на драться. Клоунами нас называть. Давай на драться, нахуй. Клоунами нас называть. Слышишь, что я, блядь, слышишь, мастеровой. Не, ну... А он тоже, блядь. Сейчас Ахметов начал это... Я... Проходки работать. Коломойского придавливали. Нельзя так нас называть. Чего? Слышишь? И ты даешь яд! Бутылки, и ты даешь яд нормально девушке, блядь, это. И ты в шахте пойдешь работать. Меня даже так аж коробит как-то. И ты снимаешь, и папарацци нас снимают. А потом вообще, я вообще, они мне говорят, хороший парень. А ты? Вальдемар, я тебе честно скажу. Иди раз, ты нам не друзья.
Педерасты, да, нам не друзья. Ну, все за судьбу. Ну, выебал я бы в жопу. Знаешь, за что? За то, что ты вот так вот себя ведешь. Понял? Игорек, а ты знаешь эту анекдот? Как два ковбоя еду, да? Я знаю все анекдоты. Я знаю все эти удоты. Я знаю все эти. Я даже... А проблему Марганецкого ГОКа знаешь? Я даже ездил, смотри на меня, сюда смотри. Камеру, блядь. Ты проблему Марганецкого ГОКа знаешь? Видишь? Что творит? Молчи, блядь. Ты забыл, как мы с тобой ходили? А там на детский кабинет. И что делать? И это туда-сюда, он говорит, давай я зубы. А он говорит, Кося! А вот он говорит, ничего сделать не можно. Он говорит, давайте полет сюда. Нет, честно, ладно, это был прикол, блин. Так а что она встать не могла? А я не знаю, это страх. Это страх. А самый прикол в том, что я еще на шухере стал. А потом да не, стоит. Сейчас он начнет ей там лечить. Мы пошли на третий этаж. Я не понимаю, ты понимаешь, ты кому расскажешь? Раз знаешь карту, он в Бурсе никогда не учился. И правильно делал, Костя, в общем-то. Костя не учился. Костя не учился никогда. А мы как учились? Так это вообще кино было. Я не понимаю, зачем. Если бы я выучился нормально, как положено. Нет, меня сбивают все. Нет, по какому каналу? У меня Короткова с усатой, с этой, с дураками, блин. У меня была девушка хорошая, как ее называли? А, Таня Черная. Это большой оригинал. Но дело не в этом, но я познал мир, познал вас, познал это. Пошел. Ёжик, мир это... Ксюха, прости. Не рад. Костя. Ай, прости, Костя. Так, ладненько, Ксюша, давай что там вынести, я попробую. Что вынести? Костя! Не снимай.